подмышечной впадины. Вкладываем поглубже. Здесь все как обычно. Бакасана, конечная форма у нас Астхи Бакасана с носом перед ковриком. И в случае невозможности выполнения упора только на руках, мы делаем это с опорой на 4 точки опоры, с опорой на ноги и руки, либо приподнимая одну другую ногу, но обязательно это чередуем, чтобы у нас там перекосик небольшой лет, чтобы у нас все выравнивалось. С выходом на прямые руки здесь тоже нету полного выхода на прямые руки, то есть такого честного, когда мы не просто выпрямляем руки, а вот когда мы реально уходим вверх. Да? Здесь такого не нужно. Это просто амплитуда движения. Чик-чик-чик-чик. Ушли вниз, ушли вверх. Поехали. Каждый свой вариант с опорой на 3 точки, на 4 точки, на 2. Как получается? Поглубже упаковались. Вдох. Выпрямили руки, вышли пока самую верхнюю. Верхний вдох. Ушли вниз, выдох. Вверх, вдох. Вниз, выдох. Вверх, вдох. И ушли в нижний вариант бакасана, выдох. Здесь дышим, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, и вдох, выдох, вдох, выдох, и вдох, и выдох. Отлично. Садимся, вдох, прямая спина. Комфортное, удобное положение с прямой спиной. Выдох. Ладони раскрыты. Макушка вверх. Прямая спина. Вдох. Выдох. Вдох. 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 Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. 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 Хорошо. Замыкаем большие пальцы и указательные джняном. И с прямой спиной. Некоторое время еще расслабляемся. Получается, сейчас сделаем еще небольшой перерывчик, что у нас там. Значит, 15.03, это у вас 11.03, соответственно, ну, сколько, до 15.10, то есть 11.10 продолжаем. Кому не нужен перерыв, ложимся. И расслабляемся в шавасане или на медитировании.